Дорогие друзья, вы на канале Первый Караван, меня зовут Валентин, и сегодня у нас на обзоре отличный однозонный английский прицеп Lunar Stellar. Прицеп у нас 2016 года выпуска, у него из допов есть Alka ATC, это электронная стабилизация прицепа, ну а сама планировка это одна зона с раздельным санузлом. Ну а теперь сам обзор, поехали! Передняя часть у нас три отдельных окна, каждый из которых открывается отдельно, ручки для поворота прицепа, рундук для подключения и установки газовых баллонов и две лапы для упоров. Дышло у нас по длине 90 см с прицепным устройством Alka, со стояночным тормозом, с накатным тормозом и с колесом для лифтования прицепа. Фишка для подключения у нас здесь на 13 пин. Через эту фишку у нас можно как раз таки подключить Alka ATC, электронную стабилизацию прицепа. Она помогает вам в дороге. Пойдемте дальше. С левой стороны у нас окно ведет в нашу единственную зону отдыха. Рундук свободного назначения и внутри есть розетка 220. Фиксатор для двери, сама дверь. На две части она у нас не делится, но имеет небольшое окошко, которое можно закрыть солнцезащитной шторкой. И в задней части еще одно окно ведет к кухонному блоку. В задней части у нас окно ведет все так же к кухонному блоку. Он у нас находится в хвостовой части прицепа. А здесь у нас ручки для поворота аналогичны передним. И также две лапы для упора. Ну и, конечно же, габаритные огни. Пойдемте дальше. С правой стороны у нас в задней части находится туалет. И здесь у нас заливная горловина для смывного бачка и отсек под кассету биотуалет. Под ними находятся два слива. Это у нас слив серых вод. Одна труба, один выход у нас с кухонного блока, другой с санузла. Дальше у нас решетки от холодильника. Рундук для подключения и установки аккумулятора и кабеля 220 вольт. Окно, ведущее все в ту же единственную зону отдыха. Подключение водяного насоса и выхлоп от отопления. В данном случае отопление у нас Трума комби. Ну и снаружи пробежались, а теперь пойдемте внутрь. Итак, у нас единственная зона отдыха, представляет она собой два дивана друг напротив друга. И, конечно же, это место можно разложить в одну большую спальную зону, благодаря ламеле, которая достается у нас по центру этой зоны отдыха. Также по центру у нас есть тумбочка. Здесь у нас такой вот выносной столик раскладной. И в комплекте есть полноценный стол, который можно сюда установить, и будет большая кухонная обеденная зона. Ну и по местам хранения. В тумбочке также есть места для хранения. Есть места для хранения под диванами. Также под диваном, на котором я сижу, находится сам блок Трума комби. Это у нас два в одном. И отопитель, и бойлер. Работает от 220 и от газа. Или в комбинированном режиме. Также сверху у нас есть ящики для хранения. Здесь у нас магнитола. Баллоночки уже выведены по заводу вот здесь в углу. И, конечно же, освещение. Освещение у нас есть по бокам. Два плафона над каждым из диванов. И по центру есть большой вытянутый панорамный люк. Это, кстати, фишка именно лунаров. И в круг по люку у нас идут также небольшие светильники. В общем, в прицепе довольно светло. Все освещение у нас диодное. Выглядит все это стильно. Также есть диодный контур по кругу. Но он имеет, конечно, больше декоративный характер. Однако все равно добавляет свет в прицеп. Ну и про окна мы уже поговорили. Про люк поговорили. И теперь пойдемте во вторую часть этого прицепа. Дальше у нас идет шкаф для верхней одежды. Здесь у нас штанга и шкаф сам по себе довольно просторный. Под шкафом находится холодильник от фирмы Dometic на 80 литров. Работает от газа, от электричества и от аккумулятора автомобиля при подключении как раз таки 13-пиновой розетки. Здесь же у нас ниша для стола, о котором мы ранее говорили. И напротив у нас уже начинается кухонный блок. Здесь у нас множество мест для хранения. Здесь место под телевизор, так как есть здесь подключение контейник 220 и 12 вольт. И из кухонного блока у нас здесь микроволновая печь. Она у нас чисто 220. И дальше мы с вами подходим к основной части кухни. Кухонный блок у нас такой вот Г-образной формы. Здесь у нас место для приготовления пищи. Раковина круглая, металлическая. Есть такая вот досточка, которая ее закрывает. И получается еще дополнительное пространство для работы.
три газовые конфорки, одна электрическая, гриль и духовой шкаф. Также множество мест для хранения под ложки и вилки, под кастрюли. Сверху у нас тоже есть такие вот места для хранения. И здесь у нас есть держатели для стаканов и тарелок. Наверху небольшой люк 40 на 40 сантиметров. Два окна в угловом формате таком. Здесь же у нас при входе панель управления самим прицепом и панель управления трумой комби. То есть такая вот у нас одна очень просторная и удобная зона отдыха. И последняя комнатка отдельная уже, это у нас санузел. Давайте посмотрим поближе. Санузел у нас раздельный. Сразу при входе нас встречает био-туалет Тетфорд с автоматическим смывом и с индикатором заполнения. По центру у нас раковина, снизу места для хранения предметов личной гигиены, а над раковиной у нас зеркало с такой вот красивой подсветкой. Множество полочек у нас здесь есть. В углу находится сама душевая кабина, тоже довольно просторная, с отдельным освещением. И на потолке у нас люк 40 на 40 сантиметров. То есть, как вы видите, санузел не очень большой по размеру, однако очень комфортный и, в принципе, все в нем есть. Ну а теперь давайте подводить итоги. Итак, что хочется сказать в итоге про этот прицеп? Отличная планировка, однозонный прицеп для 2-3 человек. В этом Лунаре очень красивая подсветка, очень классный люк панорамный. То есть, ну, Лунары всегда славятся именно своим внешним видом. Ну, а с точки зрения функционала, это классический английский прицеп, который может полностью мобильно, без электричества, встать где-нибудь на пляже, и вы будете с комфортом отдыхать. Поэтому приезжайте к нам на площадку, оцените его, оцените все наши другие предложения, ну и подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья. Всего доброго, путешествуйте!